Приветики! Посмотрите, какую я для вас сделала игровую книгу. Продолжение предыдущей. Вот этой. Это был домик для уточки Лала Фанфан. С разными комнатами. Спасибо всем, кто прислал свои замечательные отзывы после приобретения книги. Мне было очень приятно и читать их, и смотреть присланные фото и видео. А это новая игровая книга «Уточка на отдыхе» или «Привет, лето». Шаблоны можно приобрести по ссылочке в описании под видео. Переходите, выбирайте удобный для вас способ и наслаждайтесь игровой книгой, которую я сделала своими руками. Это будет отличным подарком для вашего ребенка. А теперь я покажу, как собрать книгу после того, как вы распечатаете все страницы. Их всего 9 штук. На каждой из них имеется краткая инструкция. Все они яркие и почти готовы к игре. Я уверена, все смогут разобраться и с легкостью собрать игровую книгу из бумаги. Распечатать все листы желательно на плотной бумаге, будь то фотобумага или картон, но чтобы плотность была не меньше 160 грамм. Два листа вот этих нужно будет заламинировать. После все вырезать. Сразу откладываем разные мелочи в сторонку и приступаем к сборке книги. Начнем с вот этой. На боковые ее части, где написано слово «клей», нужно нанести именно его. Далее начнем поочередно приклеивать волны для бассейна. А начнем со второго номера. Наклеиваем волну чуть ниже, ориентируясь по нижней рамке. И так продолжаем, доходя до последней, шестой волны. Волны приклеили. В каждую из них можно вдевать уточку, имитируя ее плавание. Далее наносим клей на всю оставшуюся поверхность, кроме волн. Сверху приклеиваем лицевую часть бассейна. Поздравляю, первая часть готова. Переходим ко второй. Вырезаем ламинированные детали и две странички формата А5. Теперь мы соберем их. Это будет намного легче сделать, чем бассейн. Здесь очень много разных мелочей для уточки Лала Фанфан. Наклеим тоненькие полоски двухстороннего скотча на вспененной основе, где имеются специальные обозначения. Купить такой скотч можно в любом строительном магазине. Наносим его на три корзины, на одной страничке и на одну на второй. Снимаем защитный слой и приклеиваем сверху лицевые части корзин в таком порядке, как я. Снизу вверх ананас, единорог и пончик. Сумка с другой стороны. Вкладываем нужные пляжные принадлежности по своим корзинкам. На вторую желтую страничку мы наклеиваем все мелочи, находя нужный рисунок с помощью обычного двустороннего скотча. Соберем пляжную сумочку. Наклеим на боковые стороны скотч на вспененной основе. Таким образом мы сможем класть в сумочку разные вещи для уточки. Убираем защитную пленку и собираем сумку. Сумочка готова. Кладем ее на место. Все странички я собрала. Осталось только собрать обложку для книги. А вот и она.
На соединительные бумажные детали наносим клей, где имеются такие обозначения. По тонким полоскам, расположенным по центру, нужно будет согнуть деталь. Приклеиваем соединительные заготовки для начала на боковые стороны, задней части игровой книги. Затем на оставшиеся крылышки приклеиваем остальные две лицевые обложки формата А5. Слева с уточкой, справа с надписью «Привет, лето». Вот так у вас должно получиться. Переворачиваем обложку и раскрываем ее полностью белой частью. Наносим клей на центральную часть обложки и наклеиваем собранный бассейн. Таким же образом приклеиваем и две ламинированные странички. Слева с надувными кругами, справа с мелочами. Для этого я использовала не клей, а двухсторонний широкий скотч. Буду очень рада вашему лайку за мои старания в создании игровой книги «Уточка Лалафанфан на отдыхе» или «Привет, лето». С вами была Таня. Всем отличного солнечного настроения. До следующего видео. Пока-пока!